Сегодня мы будем искать вещи на локациях. Сейчас показаны вещи, которые мы найдем. Заинтересовали? Тогда смотрите это видео до конца. Будет очень интересно. Одежда и вещи в руках персонажа тоже, думаю, мы будем искать. Вот у меня есть вот сейчас вот эта вот девочка, который цветочек вот этот. Да. У нее цветочки, и наряд, и корона. Мы нашли кристалл, очень прикольный, кое-где нашли. Рюкзаки и вот такие картины. Скорее смотрите ролик, чтобы узнать, где мы нашли этого милашку. Так, и первая локация, на которой мы найдем прикольную вещь, это локация свалка. На этой локации мы нашли вот здесь очень прикольную картину. Так же самое здесь все вот это, рюкзаки. Но вот эту, елынку, вот этот прикольный костюмчик. Костюмчик я нашла тут. А елку тут. Тут. Сейчас. Вот тут. Дальше. Тут вот эти мелкие игрушки я нашла. Сейчас покажу. Вот в этих ящиках они лежат. Также вот эту коробку я нашла там, где эти ящики, только снизу чуть-чуть. Ну, кстати, крампит тут, но я думаю, это вы все знаете. Кстати, крампит, когда мы закрываем, вот эта штука уменьшается. Ну, это видно чуть-чуть так. Вот такая вот прикольная компания. А пока что, чтобы, хранить эти штуки, чтобы перенести их везде, можно так вот все сложить. Все помещается в большую коробку. Так, следующая локация. Следующая пасхалка или, прикольная вещь на этой локации. Это театр. Берем. И видите этого маленького чудика, сидящим здесь. Ну, так само здесь есть очень много разных прикольных вещей. Но самое главное чудик. Его можно выкористовывать в разных играх. Но то, что я хотела показать, это этот миленький жучок. Можно его использовать как мягкую игрушку. Она очень подойдет для игры. Дальше. Сейчас кое-что покажу. Но вот это и ракетные локации. Здесь мы видим вот этого, прибульца. Это, то есть, мы собрали, двух вот этих. Дальше. Здесь есть очень красивая корона, которую мы можем вешать на персонажа. Сейчас я возьму моего любимого персонажа. Вот. Кстати, это она, когда выросла. Здесь есть бомба, которая реально может бомбануть. Это очень прикольная анимация, которая мне реально очень нравится в Токио. И, когда мы ее запустили, мы нажмем на нее, она как будто взорвется. Тоже очень прикольная вещь. На Каролине очень хорошо смотрится эта штука. Я меняю имя каждый раз. Так что, если буду называть его каждый раз разным именем, тогда не смущайтесь. Не берите это в голову. Очень прикольный костюм дерева. Мне, если честно, нравится. Он смешной, но не подходит для оформления комнаты. Вот эту лестницу, думаю, можно взять с собой. Блин, ее нельзя взять с собой. Очень-очень-очень-очень жалко. И из нарядов, которые здесь самые, крутые, я нашла, сейчас я просто не могу его тут найти, вот этот наряд. Он невероятно шикарный. Я просто не могу. Он очень крутой, его можно брать,
для переодеваний, для сцены. Ну, он, в принципе, для сцены предназначен. Я буду наряжать, ну, персонажа в эту одежду. То есть, какую я нашла на локациях. Кстати, одежду завалялась. Тикс. Поищем что-то интересненькое за вот этими штучками. Мы ничего не нашли. Кроме вот этой прикольной масочки. Смешная. Есть невероятно много цветов. Было, ну, 10. Я собрала 8 и растащила по локациям. О, слава богу, остались еще вот это коронная двойка. Одну в одной, другая в другой. Так, сейчас я дам эти предметы ей в руки. Уже можно было перенести на другую локацию. Дальше. И если мы попадем на эту локацию, мы можем попытаться что-то приготовить. Ну, нам надо вот этот и вот этот. Нам надо его совместить. И получается вот такой крутой торт. Дальше попробуем совместить сахар и тыкву. У нас получается пирог. Ну, это самые простенькие, которые все знают. Я сейчас показываю. Блин, не получилось то, что я хотела. Ну и вот, что я хотела вам показать. В этом люке есть кристалл! Как мы не захотели, ну, открыть этот люк раньше? Вот такой вот прикольный кристаллик. Он, ну, очень прикольный. Его можно поставить как, ну, декор. И еще вторая вещь, это вот такая вот ваза. Ваза невероятно крутая. И к этому мы уже подходим к концу. Наконец, я оставлю очень прикольную штучку, так что досмотрите до конца. Вот это и, ну, подарочек, что я говорила. Ну, прикольчик, ну, в конце видео. Так. Рассказываю. Если честно, извините, пожалуйста, ну, когда я говорила, я забыла, говорила ли я, где я нашла кристалл и, ну, вот этот цветочный горшок. Извините, пожалуйста, если я говорила, но я забыла, просто я в разные периоды времени снимала 2 ролика. Ну, я нашла их там, где, знаете, пекарня. Ну, она бесплатная. Ну, на видео написано, ну, тоже бесплатно. И в начале видео говорится, что это все бесплатно. Вот. И, ну, кристалл там, где есть вентиляция, я в вентиляции нашла кристалл. Так, ну, сейчас у меня, ну, прикольное, типа, расставление предметов. Блин, шарики не могу взять. А, все. Так, ладно, под другое место. Так, блокнотик. Так, надо, можно выкинуть эту коробку. Выкидать мне лучше не надо. Вот в начале видео у меня будут все предметы так расставлены. И, ну, вот сейчас я показываю, как я их расставляла. Ну, вот что-то типа того. Но я хочу еще вот это. Шарик взять. Шарик. В коробочку шарик. Вот так. Так, ну, еще можно, в принципе, что-то где-то поменять. Вот это, наверное, сюда все-таки. Вот это сюда. Вот. Вот это сюда. Вот это тут.
Это там. Это тут. Идеально, мне так кажется. Все, всем покусики. Пожалуйста. Ну, просто сердечно хочу вас попросить, чтобы вы просто подписались на канал. Ничего вас не прошу. Просто подпишитесь на канал. И все. Просто подпишитесь. А сейчас крутая концовка. Рисунок. Рисунок. И напишите в комментах к любому моему видео. Ну, название этого ролика. И... Ну, или хотя бы, ну... Я буду, с этого ролика начинать писать хэштеги. Ну, просто, для себя, просто. Это не будет как тег, это просто будет, чтобы вы могли писать комментарии. А то я буду создавать просто, видео, где я не буду ничего говорить, чтобы можно было написать коммент. Вот в такие видео вы, так вот, спокойно отсылаете название, то есть этот, тег, называется ролик, и пишите, угадали персонажа или нет. Ну, или что я вам попрошу там написать. Так, угадывайте, думайте персонажа. Ой. Дети! О, нет, господи, я случайно все стерла. Но вы не переживайте. Я все невероятно быстро нарисую. Это вот Биба. Это его друг Боба. Все фаны посчитали, что у них любовь до гроба. Даже когда Биба с Бобой просто встали рядом. Комментатор решил каждый комментатор. Шип-шип-шип-шип-шип. Мы не вместе, разве? Шип-шип-шип-шип-шип. Было бы так классно. Узнала этот трек от своей подруги. Знаю, что он популярный, но я не смотрю ТикТок. Опять я это делаю! Мы вернулись на тот момент, когда я заканчивала рисовать. Ну, когда я все стерла нафиг. О! Почти идеально. Это я всего лишь... Лицо рисую. Господи, это будет big fail, если у меня просто ничего не видно. Ну, на съемке экрана. Просто big fail. Я пересмотрю, конечно, видео, если не будет нифига не видно. Тогда я удалю это видео нафиг. Я удалю это видео, если не будет. Короче, наверное, вам вообще не интересна концовка, тогда можете выключать видео. Всем пока! Чё, реально? Ты вышел из этого ролика? Ох. Эх, жалко. Ты не сможешь посмотреть... Что за персонажика я нарисовала? Даже если ты прямо сейчас уже угадал персонажика, досмотри видео до конца, чтобы я не грустила. Спасибо. Ты невероятно мне помог. Теперь я не буду грустить. Я буду только радоваться. Кстати. Бум-бум-бум. Вы слушали мою новую песню? Не слушал? Даже не подписан на канал? Просто попалась в рекомендации или просто увидел? О, очень жаль. Переходи скорее на мой канал, если тебе интересно, что снимает 10-летний ребенок.
Интересно? Ну, ну извини, тогда ты уже слишком взрослый для таких детских каналов. Для мимимишных историй и прикольных моментов у видео. Биг фейлов у видео. И вообще просто прикольных вещей. Тогда можешь прощаться. Пока. Если угадал, кто это, тогда это... Hello, my name is Yuzi. This Yuzi also go. Вот это. Персона. Ну и всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, пишите комментарии. Помните про наши викторины. Вот, вот сейчас она и будет. Хо-хоу! Викторин уже давно не было. Викторин у нас на новом уровне. Вот, благодаря тому, что вы мои хорошенькие, добренькие подписоны. Нажали на кнопочку подписаться. Благодаря этому мы купили новую держалку для камеры. Такая высокая, что будет все видно. Викторин начинается. Привет. Меня зовут Салли. Сегодня ты будешь со мной участвовать в прекрасной, чудесной викторине. Приветствую тебя на этом канале. Привет, привет. Если ты новенькая. Новенький. Новенькая или новенький. Очень хочу, чтобы ты подписался на наш канал. Хозяйка канала невероятно старается для того, чтобы вам, зрителям, было круто. Викторина началась! Какое твое имя? Пиши в комментариях. Сколько тебе лет? Пиши в комментариях. Фамилия? Пиши в комментариях. Пиши в комментариях все твои данные. Пока. Напиши, какой твой любимый канал? Влада 4, может Ивангай или Бананчик С8. Пока.